Тесное экономическое взаимодействие Абхазии и России в сфере торговли требует повышения уровня сотрудничества, в особенности в рамках гармонизации стандартов качества. Потому очень важно наладить работу между ведомствами в области стандартизации, оценки соответствия и метрологии. Главы ведомств обсудили свое видение достижения поставленных задач. Позвольте мне приветствовать от лица руководства, правительства, вас лично, всю делегацию. Спасибо, что приехали. Я думаю, что то, что сегодня происходит, наша встреча, это продолжение того исполнения базового соглашения 2008 года между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимопомощи и сотрудничестве. И думаю, что вот то, что вы наметите сегодня и в дальнейшем будете сотрудничать, это первым долгом, в первую очередь, конечно, для Абхазии будет очень полезно. Поделиться опытом и рассказать о своих проблемах. Между Россией и Абхазией взаимодействие в области технического регулирования налаживается с 2011 года, когда была подписана программа социально-экономического развития Абхазии и намечены конкретные мероприятия в области гармонизации законодательства. А в конце 2022 года Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии и Росстандарт подписали меморандум о взаимодействии, ключевыми направлениями которого является создание единой инфраструктуры качества. Данная встреча позволила более детально обсудить рабочие планы. Наша задача, с одной стороны, обеспечить бизнесу, как абхазскому, так и российскому, беспрепятственное взаимодействие, беспрепятственные поставки, как с точки зрения услуг, так и с точки зрения товаров, так, чтобы качество и безопасность были соблюдены, но при этом излишних, ненужных барьеров не создавалось. Со своей стороны, в ближайшее время, в ближайшие недели предоставим Госстандарту Республики Абхазия полную базу данных, существующих в Российской Федерации, стандартов ГОСТов, актуальных. Вторая задача – это действительно обмен специалистами для того, чтобы проведение курсов повышения квалификации, использование Российской Академии стандартизации, метрологии и сертификации, для того, чтобы помогать в обучении, в подготовке специалистов Республики Абхазия в области стандартизации, метрологии и сертификации. Но еще один важный момент. Мы договорились сегодня о работе по принципу одного окна. Наше подведомственное учреждение, находящееся в Краснодарском крае, Краснодарский центр стандартизации и метрологии, будет выступать в качестве такого одного окна. И на все технические вопросы, которые могут возникать в отношении поставок тех или иных видов продукции, либо обеспечения единства измерений, либо об испытаниях, они будут эту информацию принимать и дальше. Председатель Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсул Сангулия в свою очередь отметил то, насколько важен шаг в создании базы стандартов на товары, представленные на экспорт. Для Абхазии это очень важно, так как бизнес растет, производство растет, торговые отношения у нас с Россией тоже растут, товарооборот, и это все необходимо. Таким образом, ближайшим шагом в реализации намеченных планов станет предоставление базы данных российских стандартов ГОСТов. Асида Малия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.